Сегодня в рамках большой пресс-конференции президент России Владимир Путин несколько часов отвечал на множество вопросов на самые разные темы. Один из них прозвучал из уст журналиста телекомпании Russia Today Игоря Жданова. Он был о мировой безопасности и неугасающей террористической угрозе. Наш коллега подчеркнул, что Россия всегда осуждала терроризм, в частности теракты в Европе, ставшие реакцией на карикатуры о пророке Мухаммаде «Мир ему и благословение». В то же время наша страна не поддерживает публикацию подобных карикатур. Журналист поинтересовался, где, по мнению президента, проходит граница между свободой слова и оскорблением верующих, и что делается в России, чтобы у нас не случился европейский сценарий. Там, где начинается свобода другого человека, заканчивается твоя свобода. Это постулат общий причем. И те, кто действуют бездумно, оскорбляя права верующих, их чувства, они всегда должны помнить о том, что это будет иметь какую-то ответную реакцию. Но с другой стороны, эта ответная реакция не должна быть агрессивной. И во всех мировых религиях, в том числе и в христианстве, и в исламе, я вот недавно же приводил даже цитаты из священных писаний, из Корана, из Библии, из Торы, из священного писания буддистов. Во всех мировых религиях, значит, нет намека на агрессию. И попирание твоих прав предполагает, что при попирании прав, в том числе прав верующих, реакция не должна быть направлена на лишение жизни человека, что в принципе противоречит самому духу любой мировой религии.